Пакистане на свободу вышел один из лидеров движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар. Его арестовали спецслужбы весной 2010 года. С тех пор он содержался в одной из тюрем на территории Пакистана. Сегодня МИД страны заявил, что Барадара выпускают на свободу. Мол, он сможет убедить талибов сложить оружие и сесть за стол переговоров. Барадар – второе лицо в «Талибане» после лидера движения Муллы Омара.